являлась катализатором изменений в сфере контрольно-надзорной деятельности в целом. И даже несмотря на то, что на текущий момент реформу формально закрыли, понятно, что эти изменения продолжают жить, продолжают возникать, и некая цифровизация контрольно-надзорной деятельности, она все равно нужна. Тем не менее, у нас появилась национальная программа «Цифровая экономика». У нас в ней появились задачи по цифровой именно трансформации контрольно-надзорной деятельности. И, собственно, я бы хотел начать именно с того, а что же такое там цифровая трансформация. Ну, повторить основы, наверное. То есть цифровая трансформация, чем она отличается от классической автоматизации, чем она отличается от классической, от информатизации. То есть, на наш взгляд, я думаю, надеюсь, этим никто не будет спорить, что цифровая трансформация или цифровизация — это в первую очередь не про IT. Это про изменение процессов и подстройку их под цифровой вид. Не про перекладывание бумажных процессов в автоматизированные виды, а именно изменение процессов, исходя из того, что меняются парадигмы, меняются способы получения данных, меняются способы работы с данными, происходит изменение, собственно, в некоторых местах пропадает необходимость в людском участии, и какие-то действия могут выполняться автоматизированно, либо полностью автоматически. И в этом плане нам самое главное при цифровизации необходимо помнить о том, что все мы любим классическую автоматизацию, все мы ее понимаем, как делать, да, что первично, прежде чем говорить о каких-то там системах либо инструментах, нужно говорить о том, что нужно менять процесс. Что, собственно, в рамках цифровизации КНД мы хотим сделать? Заголовок моего слайда — это цифровая платформа контрольно-надзорной деятельности. Собственно, тут тоже хочется сказать, что мы понимаем под названием платформы. Мы в министерстве обсуждали там, на многих совещаниях, что же считать там, цифровой платформой или просто платформой, потому что у нас государство закреплено понятие информационная система, государственная информационная система, или, может быть, федеральная, может быть, региональная и так далее. Понятие цифровой платформы зафиксировано пока что нормативно, его нет. Но мы все сошлись во мнении, что первоочередные, скажем так, принципы, которые определяют, что является ли там информационная система, либо их совокупность цифровой платформы, это то, что это среда взаимодействия значимого количества участников определенной отрасли или сферы, причем взаимодействия алгоритмизированного, которое приводит к сокращению транзакционных издержек этого взаимодействия. То есть смысла делать государственную там систему, которая повторяет бумажный процесс и лишь добавляет работы, ради работы, его нет. При создании платформы именно необходимо ориентироваться на то, что взаимодействие внутри платформы должно каждому участнику приводить к снижению его издержек к получению какого-то ощутимого результата. Собственно, что предлагаем мы? Да, что основные элементы, которые позволят реализовать все ключевые процессы контрольно-надзорной деятельности, их всего четыре. Они достаточно простые. Первое – это формирование требований того, что необходимо проверять и как проверять. Это единый реестр обязательных требований в левом нижнем углу. Он в себе несет две основных задачи. Первое – это помощь сотрудникам органов в выделении обязательных требований, в их согласовании как с бизнес-сообществом, согласовании с экспертами Минэкономразвития, так и, собственно, утверждение, формирование на основе указанных машиночитаемых уже требований, формирование нормативных актов и непосредственно после выпуска актов, включение этих обязательных требований, их актуализация и на основе этих требований формирование проверочных листов. То есть это первая его задача. Вторая задача – это то, чтобы
все в дальнейшем пользовались этими требованиями, чтобы у нас не было ситуации, когда проверяемый не знает, на что его проверяют, либо тот, кто согласует проверку, не знает, почему именно такие требования указаны. То есть независимо от того, как происходит взаимодействие, согласовывается там плановая проверка в едином реестре проверок, либо это внеплановая проверка, все должны смотреть на единые требования, на единые проверочные листы. Собственно, технически обеспечить 100% проверку уже в наших силах. И, собственно, сотрудники прокуратуры могут при согласовании плановых и неплановых проверок смотреть и автоматически проверять, и система им сможет подсказывать, что поданное ведомство проверка как бы не соответствует обязательным требованиям. То же самое юридическое лицо, когда к нему приходит инспектор, сможет посмотреть, что конкретно инспектор делает, видеть ровно тот же самый чек-лист и смотреть, что инспектор делает. Вот для того, чтобы обеспечить прозрачность и как бы среду взаимодействия бизнеса с государством, да, и устранить то недоверие, которое есть, и создается реестр обязательных требований. Второй элемент среды, он как бы вам известен, это ТОР-КМД, типовое облачное решение, он предназначен для именно обеспечения процесса планирования, проведения контрольно-надзорных мероприятий. То есть это инструмент инспектора. В нем появится личный кабинет, в котором будут все данные, которые необходимы инспектору для его работы. Появятся как бы, личные кабинеты, разделенные на исполнителей, на руководителей для контроля постановки задач, там, контроля эффективности и так далее. Будут применяться механизмы там, автоматического назначения задач, чтобы убрать в том числе коррупциогенный фактор. Как бы, все это будет в ТОР-КНД. Также в ТОР-КНД появятся мобильные рабочие места, потому что нет никакой эффективности в том, чтобы прийти на проверку бумажным листом, прочекать чек-лист в бумаге и потом приходить ночами его убивать. То есть инспектор должен работать тогда, когда он находится на проверке. Он должен все это проставить. В идеале это, конечно, должно быть в онлайне. Понятно, что на текущий момент, наверное, это не всегда возможно, поэтому будет предусмотрен в том числе там, и офлайн режим. Третий элемент платформы – это еще более всем известный из ERP. В нашем понимании это единая точка учета всех контрольно-надзорных мероприятий. То есть на текущий момент это 294-й федеральный закон, но уже сейчас у нас в экономическом развитии есть планы по расширению состава учитываемых сведений. Результат должен быть простой. Если проверки нет в ERP, значит эта проверка нелегитимна. Причем именно в момент проверки. Ровно для того, чтобы и бизнес был защищен и понимал, как действовать в такой ситуации. И вот снизу зеленым у нас выделен объединяющий элемент, объединяющий все эти три элемента, это платформа сбора данных и промышленного интернета вещей. Понятно, что системы, обеспечивающие процесс, обеспечивающие учет, хороши. Но без данных, без ориентации на то, что все-таки в нашей работе данные должны быть первичны, и нужно переходить от того, чтобы бить по площадям, работать точечно, работать на профилактику, необходимо выстроить процесс сбора объективных данных, которые будут являться основой для того, чтобы появлялись новые задачи в инспекторе, для того, чтобы у него появлялись задачи на профилактику, для того, чтобы они НО могли реагировать до наступления событий уже по каким-то косвенным признакам. Ровно для этого как бы, вот, в рамках платформы мы планируем, ну, помимо механизмов сбора данных, поддержки там, существующих промышленных протоколов для изучения источников, мы планируем реализовать личные кабинеты, ну, назовем их аналитиков, дата-сайентистов. То есть либо будут скажем так, выращены аналитики внутри КНО, либо это могут быть привлеченные специалисты, то есть те, которые смогут работать с собранными данными, строить модели, опробовать там, различные результаты и, собственно, формировать принципы, по которым будут формироваться некие события, которые уже будут в личный кабинет инспектора как задачи.
сроками с необходимой информацией по адресу. Мы хочу вернуться немного к реестру обязательных требований. Понятно, что сейчас есть задача от президента по регуляторной гильотине, и, наверное, все сейчас понимают, что да, это огромная работа. Если ее делать вот так, как мы все привыкли, да, как умеем, то это огромные ресурсы, самое главное, как бы, помимо ресурсов, это еще и очень долго. То есть если вручную проводить все процессы выделения и пересмотра обязательных требований, такие, ну, собственно, там, непосредственно выделение из МПА требований, обсуждение с экспертным бизнес-сообществом, обсуждение с экспертами Минэкономразвития, то это гигантские трудозатраты, мы посчитали, это просто это сотни человек лет. И мы понимаем, что надо, что машина не может заменить человека, но на каждом из этапов этой работы мы должны максимально использовать инструменты, которые облегчают эту работу. И тем самым, ну, просто экономия в те же сотни человек лет, сотни тысяч человек лет, я быстро пролистаю, то есть по нашему подсчету, там, выделение обязательных требований, там, экономия больше 100 человек лет. На обсуждении с использованием механизмов, которые будут в реестре обязательных требований, ну, почти 200. Обработка Минэкономразвития больше, ну, практически полмиллиона, по полтысячи человек. Ну и то, что непосредственно почувствует бизнес, это то, что сейчас для того, чтобы проверить законность проверки, нужно позвонить, уточнить, а законный ли инспектор пришел. Мы, собственно, предлагаем, что бизнес это должен делать легко, просто. Для этого уже сделано на едином портале госуслуг личный кабинет проверяемого лица. В нем уже можно посмотреть планируемые текущие проверки. Собственно, в ближайшее время мы сделаем так, что инспектор, приходя с электронной версией, с бумажной версией проверки, как бы можно будет прям моментно понять, законно ли он пришел, посмотреть, что он будет проверять, контролировать, правильно ли он это проверяет. Это так, как это было описано в проверке. Вот. Это, наверное, как бы основные вводные того, что мы видим как нашу задачу по цифровизации КНД, это вот создание таких четырех крупных элементов платформы, обеспечивающих взаимодействие всех участников рынка. И то, что как бы каждый регион, каждый региональный орган власти, муниципальный орган власти при изменении своих процессов должен использовать эти элементы, причем, ну, использовать максимально. То есть мы можем дать инструмент, который может что-то делать, но делать этим инструментом, наполнять его данными, наполнять его смыслом – это задача региона. Переходя дальше, у нас здесь подобралась как раз-таки в большей степени, наверное, региональная повестка, поэтому первым мы дадим продолжить выступление, собственно, федералам, чтобы как раз потом уже погрузиться в саму глубь того, что планируют сделать регионы. Поэтому следующим выступает Лосев Виталий Сергеевич, начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда с темой «Цифровая трансформация контрольного надзора в сфере труда». Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня сегодня будет небольшой доклад. Я коротко расскажу о том, чего нам удалось достичь, собственно, в рамках реформы контрольной надзорной деятельности и за ее рамками, а также именно в практической плоскости тоже познакомлю вас немножко о том, что нас ждет в дальнейшем. Я хочу для людей непогруженных немножко пояснить. Речь идет именно о надзоре в сфере труда, который осуществляет Роструд, не занятости населения. Если по-простому, в основном это зарплата, незаконное увольнение, охрана труда, несчастные случаи и так далее. Именно это направление надзора, соответственно, было у нас в проекте, и его же мы сейчас продолжаем развивать. Если вы обратите внимание на первый слайд, вот на самую верхнюю
вас точку. У нас был небольшой фальстарт в рамках реформы, потому что концепцию повышения эффективности нашего надзора и контроля мы приняли несколько раньше и продолжаем ее реализовывать. Соответственно, в 2016-2018 годах мы достаточно легко прошли реформу, и действительно не могу сказать, что в настоящий момент она закончена, потому что те наработки плановые, те наработки целевые, которые были заданы в эти два года, они продолжают сейчас реализовываться, в том числе совместной связью, в настоящее время это происходит. И в завершении тоже я своего доклада остановлюсь, как проект цифрового государственного управления уже сегодня начинает влиять, собственно, на цифровую трансформацию надзора. Что было сделано? В рамках как автоматизации, так и цифровизации надзорной контрольной деятельности были созданы две цифровые платформы. Одна внешняя система электронных сервисов, онлайн-инспекция РФ, она нацелена на взаимодействие нас с гражданами, чьи заявления мы рассматриваем, и с хозяйствующими субъектами, с работодателями, то есть с бизнесом, кого мы непосредственно проверяем. Вторая информационная система – это автоматизированная система управления и контроля надзорной деятельностью в сфере трудовых отношений. Она предназначена для, соответственно, использования уже внутри, использования государственных инспекторов труда и обеспечения, во-первых, единства надзора, единства правоприменения в ходе надзора, во-вторых, обеспечение контроля единого, соответственно, со стороны федерального центра за процессами контрольно-надзорной деятельности инспекции. Онлайн-инспекция что позволяет? Она позволяет направить, соответственно, обращение о нарушении прав государственной инспекции труда, позволяет бизнесу, если мы в рамках реформы, обжаловать действия и бездействия государственной инспекции труда. А здесь же еще, скажем так, до реформы у нас был создан сервис, то, что сейчас называется самодекларирование, когда работодатель может пройти ряд проверочных листов и получить какое-то заключение о соответствующей проверке. Система была создана достаточно давно, то есть базовая вариация она была запущена еще, по-моему, в конце 2013 года и продолжает, собственно, развиваться до сих пор. Что касается второй системы, это автоматизированная система управления контрольной надзорной деятельности, на этапе формирования этой системы, тоже она сформировалась в течение нескольких лет, мы пересмотрели, собственно, еще раз проанализировали все процессы, административные процедуры, и в настоящее время это не учетная система, это не система, куда инспектор вносит какую-то информацию, это система, которая ведет инспектора по проверке. То есть в систему заложены все тайминги, все формы документов, все возможные действия инспектора в том или ином случае. Безусловно, мы не смогли, конечно, охватить всю и процедуру самой проверки, и визуальные здесь есть осмотры, и изучение документов. Конечно, это пока еще не автоматизировано, но тем не менее, вот разного рода коррупционные факторы, которые, скажем так, часто появляются в связи с тем, что инспектор может выйти на проверку неправомерно, да, или предъявить неправомерные требования, которые не установлены в проверочных листах, если мы говорим о плановой проверке, здесь, конечно же, нивелируется. Ключевым, наверное, таким множеством, действительно прорывным, не знаю, возможно, у кого-то еще есть такие системы надзорных контрольных органов, пока я не видел, было то, что в любой момент времени руководитель Роструда, любое должностное лицо Роструда может посмотреть любую проверку, так как каждого конкретного документа, что сделал инспектор по тому или иному обращению, к чему это привело. Это сейчас уже реализовано. Перспективы. В прошлом году мы реализовали пилотный проект совместно с Сбербанком по уже автоматизированной проверке. В качестве пилотного документа у нас, конечно, был базовый, это трудовой договор. Соответственно, мы обеспечили разработку механизмов формально-логического контроля и создали модуль именно автоматизированной проверки трудового договора. То есть мы выгружали из по защищенным каналам связи, из соответственно, информационной системы работодателя пакет данных уже в машиночитаемом формате и пока еще с приложением заверенной тоже электронной подписью работодателя копии самих документов. Соответственно, нельзя сказать, что не был успешным эксперимент, да, то есть у нас все получилось. Вот хочу обратить внимание, что сроки на рассмотрение документов внизу слайда, они
указаны, конечно, они очень сильно дают форму человеку. То есть человек, конечно, с такой скоростью работать не может, особенно если речь о больших компаниях идет. Это просто физически невозможно управлять. Но, тем не менее, те механизмы правоаналитического контроля, которые мы применяли, они, конечно же, недостаточны. То есть по определенным параметрам, например, там, размер минимальной оплаты труда, то есть не может превышать, то есть не может быть ниже установленного подобного договора. Там, соответственно, дата заключения, срок заключения, есть ряд обязательных условий, но, конечно же, всю сферу труда, пока вот этот прототип охватить не смог. И тоже сейчас перейду чуть дальше. Есть у нас тоже определенные видения, как это может быть. Сегодня, уже в этом году, значит, тоже делается у нас еще один шаг. Это электронная дистанционная документарная проверка. Сейчас уже сформированы механизмы, они продолжают развиваться и готовится техническая структура, инфраструктура под их, соответственно, реализацию. Сформирован механизм информационного обмена между онлайн-инспекцией и автоматизированной системой нашей внутренней. По факту, когда у нас эта система будет запущена, вы, гражданин, сможете зайти на портал онлайн-инспекции РФ, написать обращение. Это обращение, оно не сможет там ни потеряться, ни дойти, ни где-то не задержаться. Оно будет автоматически передано и зарегистрировано по системе уже управления контрольно-надзорной деятельностью. Эта система, я вот возвращаюсь к недавнему слайду, она поведет инспектора по механизму проверки. То есть инспектор не сможет это обращение проигнорировать. Мы будем видеть в постоянном режиме, а действительно инспектор все вопросы, указанные в обращении, рассмотрел или нет. То же самое, значит, когда начинается проверка, в системе онлайн-инспекции РФ существует личный кабинет работодателя. При согласии наличия соответствующего работодателя, получать документы в электронном виде, например, только через этот личный кабинет, если ему это достаточно, либо мы будем дублировать, вопрос пока еще обсуждается. Все документы проверки, то есть распоряжение о том, что к нему приходит, проверка запроса документов, последующие документы, это акт проверки, предписания, разного уведомления, и в том числе документы, которые связаны с применением взыскания административных, они будут попадать непосредственно в личный кабинет работодателя в электронном виде. То же самое, если мы говорим именно о документарной проверке, не выездной, работодатель будет иметь полное право, пока речь идет, конечно же, о заверенных электронных образах документов, пока еще не базу данных работодателя может передавать, но электронный образ документов в юридически значимой форме он сможет передать, заверить, соответственно, инспектор сможет его проверить в полном объеме. Значит, что дальше, да, последнее, если вы помните, вот на временной шкале, сегодня цифровое государственное управление, в рамках него Минтруд России ведет рабочие группы по созданию двух суперсервисов трудовые отношения и трудовая миграция онлайн. Вот я здесь хотел бы рассказать про суперсервис трудовые отношения онлайн, и здесь сейчас на уровне экспериментов обсуждаются две ключевые идеи. Это создание электронной трудовой книжки и создание электронного трудового договора. Базовая идея, да, которая касается как раз механизмов формально-логического контроля и больше относится к трудовому договору, заключается в том, что нам не нужно проверять постфактум. Соответственно, если мы создадим некий конструктор трудового договора, который априори сможет предусмотреть все предусмотренные нормативные условия, значит, никаких дальнейших действий, соответственно, незаконных, не последует. То есть мы, мало того, что мы здесь нивелируем нарушения, связанные с самим договором, еще дальше, соответственно, мы идем и предупреждаем те нарушения, которые могут возникнуть, если надлежащий трудовой договор не заключен. Ну и что касается трудовой книжки, конечно, здесь, если будет единый федеральный ресурс сформирован, то Пенсионный фонд России буквально в понедельник, если я помню, объявил, что уже по сути готов внедрению, соответственно, электронной цифровой книжки, то значительная масса проблем, которые связаны с утратой трудовой книжки, особенно это важно при назначении пенсии, проблемы, связанные с незаконными увольнениями, проблемы, связанные с какими бы то ни было личными негативными взаимоотношениями работника и работодателя, они бывают, когда работодатель намеренно удерживает трудовую книжку и так далее, то есть эти проблемы, они уже будут решены
задолго до уровня контроля, и мне кажется, вот это именно цель цифровой трансформации, в том, чтобы не повторять, да, те же ошибки и автоматизировать, как уже сказал Сергей Валерьевич, а чтобы предупреждать возможные нарушения и, соответственно, тем самым развивать контроль над зоной деятельности. Спасибо большое. Спасибо, Виталий Сергеевич. Собственно, коллеги, это, наверное, один из лучших примеров того, как хорошая комплексная там, и автоматизация, и информатизация, и как бы изменение процессов, которые у нас приводят к цифровизации, приводят к хорошим результатам. Спасибо большое. Следующий выступающий – это Ирина Вячеславовна Просверякова, председатель комитета информационных технологий и коммуникации в области. Актуальные вопросы цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники нашего совещания. Сразу скажу, наша Вологодская область изначально приняла решение работать именно с ТОРКНД. Почему это произошло? Дело в том, что сотрудники наших региональных органов власти не готовы были год назад выступить в качестве функциональных заказчиков на создание информационной системы учета контрольно-надзорной деятельности. Планы проверок они составляли в виде бумажных документов и прекрасно относили их к прокуратуру. Результаты проверок складывали в папки с завязками, и всех это устраивало. По большому счету, никто из них не готов был сформулировать функциональные требования к информационной системе. Поэтому мы приняли такое решение идти на ТОРКНД. Прошел год по результатам работы. По истечении года мы приняли решение провести анализ работы наших региональных органов власти в системе ТОРКНД. Понять, насколько данная работа облегчила или осложнила их работу, и для себя определиться с теми направлениями развития, которые мы могли бы реализовать на уровне региона, а также те направления, которые мы готовы предложить разработчикам ТОРКНД, то, что мы видим, необходимо доработать на уровне федерации, то, что нашему региону не под силу. Что в результате мы увидели? Мы обследовали несколько органов власти в разных сферах, но, собственно говоря, результаты были одинаковые. Первый момент. Это разрозненное и несогласованное внедрение различных федеральных информационных систем, которые в результате приводят к тому, что сотрудники органов власти вынуждены дважды, трижды вводить одну и ту же информацию в различные информационные системы. Это не претензия к ТОРКНД ни в коем случае. Эта история абсолютно одинакова во всех сферах и отраслях. Каждый федеральный орган власти считает себе за правило внедрить какую-то свою информационную систему, абсолютно не сообразуясь с тем, что делают остальные. И